высушенные руки. Счет без мнений, на месте замерли, продолжаем. Бой! Но понимая, что ее там ожидает контратака, делает это максимально осторожно в плане работы ногами. Стоп! Сейчас была один попытка показать приготовились. Бросок бой. Одной рукой, так как то есть сразу же после него Орлова атаковала. Стоп! Быстрой атакой. Один налево. И выиграла балл. Один после налево, приготовились. 2-1, бой. Уже не хватило поля для розыгрыша своего схода. Стоп! И она отдала балл. Обоюдное поражение, никому так, ничего. Обоюдное поражение. Бой! По нулям. Стоп! Как мы следующий видим, сход. То есть боец идет один бой. Балл, и ему годятся и обоюдки, потому Маша просто в случае... То есть она готова колоть на встречу, если стоп! Ей будет такая возможность. Один... А, даже вообще не было? А, плашмя, понял. Два направо, последний сход, ага, бой! Удар плашмя в ногу был, поэтому два балла получает Маша. И последний сход сейчас происходит. Атака. Поздно. Ответ. Длинная один руку. Налево. 4-2. Орлова. Конечный счет. 4-2. Побеждает Орлова. Все. Сейчас определяться. На этом ресталище начнется... Что мы можем извлечь из этой номинации? Это что... То есть два самых лучших навыка для всего, то есть для турнирных боев. Это инициативность и это чувство дистанции. Если все три бойца, которые вышли в тройку, они так или иначе обладают и тем, и другим больше, чем остальные их соперницы. Может, сейчас будет награждение, затем будет продвинуть. Награждение. Длинный мяч еще не закончился. Начинающие в длинном мяче еще идут. Сейчас произойдет награждение всех тех, кто уже отбился. То есть это длинный меч продвинутый, меч баклер продвинутый и женщины длинный меч. Он здоровый, как бы, а как его по-другому считать? К счастью, у меня не было возможности где-то